Всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам предлагаю рецепт салат с крабовыми палочками. Не совсем привычный для нас рецепт. Я его готовлю по-своему. Немного другой соус и немного не все привычные ингредиенты. Новый год уже не за горами, и уже нужно задуматься о новогоднем меню. Поэтому оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Сначала приготовим соус. Для этого я взяла кондитерский мешок, можно взять пакетик, майонез и кетчуп. 9 столовых ложек майонеза смешиваем с 3 столовыми ложками кетчупа. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. Этот соус называется соус-коктейль и прекрасно подходит для разных салатов. Возьмите его себе на заметку. Для сборки салата я установила кольцо на 16 сантиметров. Первым слоем выкладываю отваренный рис. Естественно, рис нужно предварительно отварить. У меня 100 грамм. Отрезаю кончик у кондитерского мешка и смазываю соусом рис. Хорошо все промазываю лопаткой и утрамбовываю ложечкой. Следующим слоем у нас будут сухарики с чесноком. Я их немного порубила ножиком и выкладываю сверху на рис. Все немного разравниваю. 100 грамм плавленного сыра натираю на терке. Можно выдавить в плавленный сыр чеснок. Так как у меня сухарики с чесноком, я этого делать не буду. А вы можете сделать, если вы любите чеснок. Все хорошо и аккуратно промазываем с помощью силиконовой лопатки. На терке натираю морковь. У меня одна большая свежая морковка. Я морковку в этот салат не отвариваю. Возьмите себе на заметку, очень рекомендую попробовать со свежей морковью. И выкладываем четвертым слоем и хорошо промазываем соусом. Пятым слоем выкладываю 250 грамм консервированной кукурузы. Посмотрите, как красиво уже получается. Такая радуга разных цветов. Смотрите еще больше рецептов на моем канале и подписывайтесь на мой канал. Новые видео выходят 2 раза в неделю. 4 отваренных и остывших яйца натираю на терке. На слой кукурузы добавляю сначала 2 яйца. У меня будет 2 слоя яиц. Промазываю соусом и хорошо все утрамбовываю. Занимаюсь крабовыми палочками. У меня 200 грамм. Нарезаю мелко-мелко ножиком. Сначала выкладываю 100 грамм крабовых палочек, промазываю и занимаюсь огурцом. Огурец я очищаю частично и нарезаю как можно мельче. Огурец перекладываю в ситечко, солю и оставляю, чтобы стек ненужный сок. Выкладываю сверху на слой крабовых палочек. Слои я не солю, потому что соус я уже солила. Не забывайте об этом, чтобы салат был не пересоленным. И выкладываю следующий слой крабовых палочек. Как я уже сказала, у меня будет 2 слоя крабовых палочек и 2 слоя яиц. Промазываю и выкладываю оставшиеся 2 яйца. Получилось уже очень нежно и красиво, но нам нужно его убрать в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. У меня салат постоял в холодильнике всю ночь. Убираю кондитерское кольцо. Посмотрите, какая красота получилась. И, конечно же, мы будем его украшать, потому что готовим мы его на праздник. Для этого я использую листья салата, помидоры черри и консервированную кукурузу. Используйте свою фантазию и украшайте на свой вкус. Салат с крабовыми палочками, приготовленный по такому рецепту, получается очень вкусный и нежный. И очень красивый. Настоящее украшение праздничного стола. А как вы готовите салаты с крабовыми палочками? Напишите мне в ваших комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным и вы приготовите такой салатик. Ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасных праздников, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами.